Не хочется обижать ни водителей, ни пешеходов, но на самом деле, да, культура вождения упала в разы. Я Денис Мигачев, я руководитель паблика «Подслушанные водители Тверь», участвую в проекте «Тверь Тим». Возник он 15 января 2015 года, еще давным-давно там «Тверь Стритс» был сайт такой вот, на нем все как бы зависали. Вот я так подумал, почему бы это не сделать ВКонтакте. Сделали несколько автопробегов на 9 мая, там у нас был рекордный автопробег, где мы были в книге рекордов России там, по количеству автомобилей. И вот это вот все в совокупности, вот такие вот большие мероприятия, дали сильный толчок, прирост в группу людей. Всегда раскрутка паблика – это очень сложно, потому что ты не знаешь, что людям нужно, что зацепит. Приходилось все подряд перебирать, выкладывать, выстраивать какие-то правила в группе. По большей части аудитория почему-то стала в основном жаловаться друг на друга. Люди любят закусываться друг с другом в комментариях, вот, то есть отвечать агрессии на агрессию. Каждый ведет себя в группе так, ну, наверное, как его воспитали, да. Вот, например, если я вижу пост какой-то, ну, так скажем, глупый, да, вот, я не буду туда выливать свой какой-то негатив. Я посмеюсь, просто про себя скажу, блин, господи, ну, Google тебе в помощь, да, но это я скажу про себя. А вот есть люди, которым, вот, я не знаю, может быть, жизнь скучная или еще что, они вот в каждом посте, в каждом комментарии пытаются вот свое «я» вставить, себя показать. Каждый чем наполнен, то он и отдает в комментариях людям и вообще в целом вот по жизни. Чтобы работать за рекламу, вам сначала надо что-то сделать. Не получится так, что вот вы сделали группу и вам сразу побежали платить деньги. От 30 тысяч в месяц можно делать легко. В пиковые моменты можно там и до 100 тысяч в месяц сделать. Ищите себя. В первую очередь, когда вы себя найдете и будете заниматься тем, что вот вам нравится, то, что вам по кайфу, да, то у вас все получится. Это, наверное, самый простой рецепт успеха. Занимайтесь тем, что вам нравится.